Три, четыре, семь, восемь, пять, Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И это новое шоу «Бутылочка». И сегодня я не одна, со мной моя близкая подруга Лиана. Всем привет! Надеюсь, что мы с вами подружимся. И она, кстати, тоже будет ведущей этого шоу. Мы хотим пожелать вам приятного просмотра. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Магии подписки. Превращаем красную кнопочку в серую. Мы пожелаем чего? Удачи! Ну и, наверное, давайте расскажем вам, что будет сегодня происходить. Всеми любимая игра «Бутылочка». Вы наверняка играли со своими друзьями. Сегодня у Карины на канале. Я надеюсь, ребята, будет жарко сегодня? Wow. Да? Да. Сегодня ребята будут целоваться или выполнять какие-то наказания. В общем, будет точно горячо, и я советую тебе оставаться с нами. Да, удачи мы, конечно же, желаем, ну и при этом приятного просмотра тоже. Прямо сейчас вы услышите правила шоу. Чтобы выиграть, ребятам нужно пройти 3 тура, в каждом из которых участники крутят бутылочку и целуются. Вначале просто чмокаются, но потом их ждут усложнения. Посмотрим, кто сможет дойти до конца и поцеловаться по-взрослому. Вы только что видели правила шоу, теперь давайте расскажем, что будет проходить в первом туре. Участники по очереди крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать. Для начала просто чмок в губы. Если участник отказывается от поцелуя, то он вылетает. Ну что, пусть крутят? Крутят. Давайте, ребят. Я пока считаю просто. Катилась мандаринка по имени Иринка в школу, не ходила, а только получила. А когда пошла домой, получила цифру 0. Интересно, что будет? Да. Мне тоже так интересно, что будет. А если типа тебе попадается какой-то парень, и ты должна его засосать? А представь, что я кто-то другой. Представь, что я медвежонок, большой плюшевый медведь, которого ты сейчас хочешь поцеловать. Представь голос медвежонка. Представь, что коричневый. И ну давай, я целовала, и ты сможешь. Давай поставим ссылку, что я Человек-паук. Молодцы. Слушайте, первые их начали очень даже хорошо, очень даже смело. Поэтому продолжаем по часовой стрелке. Давай, крути. Стоп, ты сам смеешь? Нет. О, давайте, давайте. Ну так будет удобней. Сближайтесь. Какая прелесть, какие все смелые. Давай, крути скорей. Интрига, барабанная дробь. И... Упс! Черт! Ну, как бы я уже привыкла. Ооо! Какая прелесть. Главное не парень, это будет ужасно. Блин, я думала, на парня указала. Может быть, мы выберем между соседями? Ну, типа, вообще, на самом деле... Да, все, парень. Все, мальчик, у меня интуиция хорошая. Все, да, давай, да. Так. Вы должны поцеловаться, либо кто-то из вас, либо вы оба вылетаете. А почему? Что такого? Что такого? Нет, с мальчиками точно не поцеловаться. Почему? Почему? Вы, я если не соглашаетесь, то вы вылетаете в любом случае. Получается, я ухожу отсюда. Ну все, сейчас снимай маску, ты уже сказал, что... Все, всем салют, это Роллса Джеффа, текста на заказ, только в бирже. Всем пока. Пока. Очень жаль. Пока. Я думал, два топ чувака, ты остаешься, ты не уходишь. Да, давайте его оставим. Ты же был не против чисто теоретически его поцеловать? Нет, чисто теоретически это нечестно. Ну, раз этот прекрасный парень был не против, мы его оставляем. Да? В любом случае. Ну что? Как оно пошло, да? Итак. Парень и так был не против. Ну, тут, да, можно сказать, правда, ему фартануло. Давай, Саша, нет, когда парни часто идут. Он перевернул балаклаву, по-моему, это нечестно. Надень балаклаву правильно. Посмотри на меня, я хочу видеть твои губы.
Да никто не узнает, это видео не выйдет. А если выйдет, то не на YouTube. Давайте, 3, 4. Тебя в этой жизни еще Найлс не звала. Ну, давайте, давайте. Нет, то есть, получается, за это время я уже поцеловал двух людей. Да. Идем дальше. И... Девочка с девочкой! Мне это нравится! Ему это нравится! Давайте. Ему это кому? Лезли поцелуйчики, это всегда мило. Черт, да! Нет, девочки, это всегда круто. Это всегда круто. Я с тобой согласна, подруга. Девочки, это всегда круто. Тут вообще без проблем. Ну что, смелый мальчик, крути. Давай, давай. Он счастливый? Так. Это судьба. Саша, он все... Они явно друг другу понравились. Определенно. Продолжаем. Здесь становится жарко. Да. Да что такое? Ему уже ничего не страшно. Да. Он уже вообще готов ко всему есть. Да, Лена, второй раунд. Вообще, будет трэш. Давай. Стоп, а девочка же не крутила. Она только что крутила. Самый тихий мальчик. Обратки четвертый мальчик, прям красота. Да. То есть тебе такое нравится? Мне такое нравится, да. Второй пошел. Мне да, мне нравится. Мне тоже нравится. По-любому не нравится. Все крутили вправо. Чего ж, блин? Мальчик в черной балаклаве. Мальчик в черной балаклаве. А, подожди, ты хочешь или нет? Брат, если бы я был девочкой, я бы точно бы тебя сосал. Но я не могу этого делать, к сожалению. Мои принципы не позволяют мне этого, поэтому я выхожу из игры. Пока, брат. Снимай балаклаву. Пипец. И вообще, я, конечно, личный водитель, я типа просто приехал. Ты меня соберешь потом личный водитель? Можешь попробовать? Спасибо. Я займу твою квартиру. Пока, спасибо, что изучаете. Пока. Ну что же, ребята, первый тур у нас подошел к концу, и это было реально жарко. Это вообще несравнимо с какими-либо роликами вообще на моем канале, поэтому я объявляю второй тур, и прямо сейчас ребята снимут свои маски. И впервые увидят друг друга. Ну-ка, как красиво ты кинул ее вверх. Ой, красавцы-то какие! Я так понимаю, они все друг другу понравились сегодня. А теперь мы смотрим правила второго тура. Участники снова по очереди крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать в течение 5 секунд. Если участник отказывается от поцелуя, то он должен будет снять один элемент одежды, чтобы пройти в следующий тур. Если участник отказывается делать и то, и другое, то он вылетает. Кто хочет, чтобы первый крутил? Стоп. Мы же типа договаривались, что во втором раунде мы расширяем подушки, и Калина тоже участвует. Типа по этому условию я сюда пришел вот на эти съемки. Типа второй раунд я участвую. А если я откажусь с кем-либо целоваться, я покидаю это шоу? Просто я типа, да. Ради этого условия я пришел на съемки. Он просто хочет с тобой поцеловаться и все. Что будешь делать? Ну давай сяду. Но целоваться я ни с кем не буду. Я не буду ни с кем целоваться. Ну давай посмотрим, что будет. Так, Карина меня покинула. Ну что, тогда кто крутит бутылочку, выбирай. Я выбираю Андрюшу. Крути. Естественно. Давай. Андрюша Нойлс может поцеловать самого себя. Мечтал поцеловать сам себя. Просто мечтал. Принесите зеркало, пожалуйста. Принесите зеркало в студию. Черт. Да, я знаю, что ты хочешь быть на месте этого зеркала, но... Да, мечтаю, поэтому сяду на кровать. Нет, ты играешь раунд, бэйби. Раунд закончился, ты целуешься сам собой. Нет, ты играешь всю... Давай, Андрюш, давай. На 3-4. 3-4. 1-2-3-4-5.
6, 7, 8, 9, 10. Андрюша Нойлс любит тебя. Кариночка, крути. Итак. Девочка, стоп. Давайте мы будем считать до 5. Я хочу отказаться. Я хочу снять один. Давай, снимай. Нет! Нет! Андрей, вот ты как честно! Черт! А честно закрой глазки? Нет! А, не, ну... А, нормально все! Смотри, что она такое не сейчас. Ой, ну в принципе ничего не изменилось! А, второй человек, а вторая участница не должна тоже раздеться? Дальше. Кто? Фух! О, господи! Кто? Мне кажется, ты все-таки будешь... Снимаешь еще один элемент одежды? Можешь дальше начать раздеваться. Может быть, у тебя есть шорты? Стоп, а почему я должна раздеваться, а не он? Нет. Он должен снять элемент одежды, а ты должна его поцеловать. Вы должны поцеловаться. Ты хочешь поцеловать Карину? Смотри. Стоп. Карина, смотри, он молодой, он одинокий, он красивый. Стоп, почему я должен тебе помогать, если ты отказался? 10 секунд. Целуй! Нет, да целуй! Почему? Целуй! Типа ты можешь как-то снять. Ну, типа нет. Снять подожди. Штаны. Ребят, все, короче, в общем, я разрешаю тебе снять носки и все. Но тогда давай тогда мальчик снимет два элемента одежды и останется с голым торсом. Почему? Просто я так хочу. Давай. Все. Мы решаем так. Снимай кофту тогда. Снимай кофту. Снимай кофту, один элемент пускай. Посмотрим. Дальше мы тебя все равно разделим. Кто хочет смотреть на голые ступни? Ну, я хочу подарить эту кофту. Хорошо. У нас тут любовь уже, ребят. Посмотрите, в первом выпуске. Могла ее снять обратно. Джентльменов 21 веке. Смотри, да, прикольно придумано, кстати. Она целовать его не захотела, между прочим. А ты целовать, Карина. Цените, девочки. Типа джентльменов. Продолжаем. Тебе не нравится, почему? Почему? Он поддержал меня. Ты же помог мне. Итак... Бум! Опять на тебя! Это судьба! Я считаю, что это судьба! Нет, поцеловать! А, черт! Да! Я не принимаю все твои слова! Давайте поехали! Раз, два, три, четыре, пять! Ну, хотя бы так, за первый раз это нормально. В третьем туре таких поблажек точно никому не будет. Да, все, больше без поблажек. Продолжаем, ребята. Крути! Мне тоже, бля. Мне очень страшно, потому что это, возможно, посмотрит моя девушка. Меня либо убьют, либо ей это понравится. Смотри, по факту, я сейчас просто говорю. Она расстанется со мной, начнет отношения. Это можно считать за измену. Что именно? Ну, если он поцелуется с ней. Ну да, это только что. Нет, на самом деле мне было бы обидно. Ну, типа... Ты так хочешь, чтобы я вышел? Я нужна этого молодого человека. Нет, извини меня, пожалуйста. Давайте реально. А мы можем тоже соприкоснуться губами, чтобы меня... На самом деле у нее есть член. Вон там большой член. Нам разрешили просто губами соприкоснуться. Давай. Все, давайте целуйтесь нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Фу, ребят, напишите, что бы вы сделали, если бы у вас была пара, вы бы поцеловались в игре или бы нет? Я бы нет. Я бы тоже нет. Отмазались такие белые пушистые. Или мы бы нет. Слава богу. Ей это понравилось. Давайте на счет три. Раз, два, три. Раз, два, три. У нее дрожат губы. На меня никогда не будет. Ну, он показывает между тобой и между Настей, пусть будет Настя. Почему опять я? Да ладно, что мы делаем? Мы уже целовались. Мы уже красивые. Три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. А почему нету поцелуев за сос? Я не понимаю, я жду тут разнос. Но мы сейчас в третьем раунде. В третьем раунде. Все будут так целоваться. Что мало не покажет. Настя, крути. Я уже не хочу смотреть просто туда. Но это судьба, бейби. Да,
Это реальная судьба. Это судьба. Давайте. Но давайте немного. Все, раз, два, три. Ну, раз. Еще три секунды, еще три секунды. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Раз, два, три. Что-то. Но было хорошо. Похожее на поцелуй. Было хорошо. Это просто нереальное шоу. Мне понравилось. Ну и на этом у нас второй раунд закончился на такой прекрасной ноте. Ой, очень ноте. Мы объявляем третий раунд. Правила. Также по очереди участники крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать в течение 10 секунд. Если участник отказывается от поцелуя, то он должен выполнить жесткое задание, чтобы выиграть. Ну и, ребятки, хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что этот третий раунд будет уже без каких-либо поблажек. То есть, если 10 секунд, то 10 секунд 100% по-взрослому. Да. А ты вот. С языком, значит? Это да. Значит, что по желанию, но да. Поцелуй должен быть. Поцелуй. Да. Да. Ну или проклятые такие задания от Карины Аракелян. Да, это очень жестко, не надо. Там капец. Поцелуй — это лучше. В серой кофточке. Давай, Кать, крути. Теперь страшно. Даже мне. Итак, страсти накаляются. Задание очень жесткое. Но если ты отказываешься от поцелуя, у тебя уже нет варианта вернуться к поцелую. Ты уже обязана выполнить наказание. Да. Если ты отказываешься, ты вылетаешь из игры. Да. Да. Не можешь? Задание. Тогда ты выбираешь задание? Да. Хорошо. Вытягивай. Я вытягиваю задание. Сейчас скоро. Я сейчас выйду, короче. Выбери игрока, который прямо сейчас вылит тебе воду на лицо. Нормально. Просто плескай стакан и все. А, лицо ты. А, лицо, давай. Ой, Катя. Извини, я пошутил. Окей, задание выполнено хорошо. Продолжаем. Это клип. Это было молодец. Теперь дальше. Нет, не будет таких больше моих заданий. Спасибо. Ой, стоп. И он ее ебу. Я предлагаю выполнить задание. Смотри, мне кажется, я сделаю. Смотри, я предлагаю выполнить задание. Вот, если что, я помогу тебе его сделать. Что его сделать? Задание. Стоп, так ты же выполняешь задание. Если мне выпадет пятки полежать, она будет меня подбадривать. И придется тебе, и ты вылетишь. И ты вылетишь, понимаешь? Нет, там же задание. Я не хочу выполнять задание. Ну все, тогда целуйтесь. А если она если ты отказываешься, то тебе придется выйти из игры. Задание ты не можешь выполнить, потому что не ты крутила бутылку. Да нет, давай делай. Ты же жесткая. У тебя два варианта: либо поцеловаться, либо выйти из игры. Смотрите, если я целую его, целую Настю. Да, че, целуй. Да. Но тебе нужно целовать его именно как целую. Если тебе так спокойно, то да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я заживал прям. Чего ты сделал? А это шоу радости? Это было красиво. Это было очень красиво. Понравилось. Черт! Продолжай. Крути. Да, я выполню задание. Не просто ради прикола, интересно. Давай. Типа отказаться и выполнить задание. Типа да. Я выполняю задание, да. Жесть, ты крутая, еще раз хочешь. Хорошо. Итак, твое задание. А если бы у меня была возможность поцеловать Нойлса, я бы поцеловала. Ты уже это сделал. Поковыряйся в своем носу и демонстративно вынь и съешь оттуда козявки. То есть ты мне хотел помочь?
Нет, нет, я бы посылал Нойлсона. Ты хочешь его казарки съесть, он может тебе помочь. Так, я могу сказать, дорогие друзья, что, к сожалению, я выхожу из прекрасной программы. Вот. Эй! Да, черт, блин. Я знаю, ты расстроен, что я тебя не поцеловала. Все, пока-пока. Смотри, там стол, блин. Давай, блин. Андрюш, я передаю тебе твой талисман, удачи. Настя! 10 секунд поцелуя. Давай, начинай. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Круто! Но это было круто. Это было круто. Хорошо, продолжаем. А ты не смотри. А ты не смотри. Упс. Готова? Ты будешь целовать? Или будешь наказание выполнять? И нет, я боюсь. Пятки сосачьи. Давайте. Раз. Поехали. Четыре. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Десять! Все, поехали! Она под конец закрыла глаза. Мне рабочего характера, так скажу. А что, я, короче, да. Она сказала, что он дебильно целуется. О, чувак, чувак. Я оскорбил. Я старался. Все, поехали дальше. Ну, если еще раз на меня... Не надо. Поехали, так, задание или бутылочка? Кажется, это будет испробовать. Задание. Понюхай подмышку каждому участнику и выбери запах, который тебе понравится. Вообще без проблем. Прям подожди подмышку, важно, чтобы она была голой. Типа. А кто, они сейчас раздеваться будут? Ну, это уже твое. Бро, а какая? Залезай сюда. Залезать не буду, типа как-нибудь заберу рука. Ты уже так делал, да? Да, да, да. Ой, как-то странно сейчас будет в камерах выглядеть. А у меня все. Ну хорошо, хотя бы тогда раздевай мальчиков. Нет, так ты делать не будешь. Давай ты разденешься. А я пока пойду к Андрюше. Итак, давай, твой ответ. А можно отдельно мальчик, отдельно... Нет, нет, давай. Мне понравился не очень, типа... В принципе, типа, почти нет запаха, но я чувствую запах дезодоранта. У всех, в принципе, запах дезодоранта. Ну, какой? Катя, вот у Кати. Все, понятно, продолжаем. Итак. Пам-парам-пам-пам. Ну ты можешь выполнить задание. Задание. Итак, хорошо, вытягивай. Пятки. Хорошо. Только не пятки, пожалуйста. Пятки. Снять нижнее белье, вернуться к нам и присидеть так до конца игры. Нижнее белье нужно будет показать на камеру, что ты его сняла. Не, ребят. Так ты в костюме. Тогда нам придется попрощаться. Ну все, тогда все, прощаемся. Всем спасибо. Черт, не увижу я его с нижнего белья. Пока-пока. Так долго добивался. Окей, но перед этим я покрути бутылку. Перед этим я покручу. Только если на меня выпадет, я остаюсь. Нет, Андрей, тебя все захейтят, что ты хлюздишь. Все. Либо задание, либо поцелуй. Да, на мальчика. Давайте просто посмотрим задание. Я выбираю задание. Просто хочу узнать, что там. Хорошо. Ты потом вернуться. Оближи пятку. Оближи пятки. Оближи пятки. Участников. Участников. Я долго, черт возьми, продержался. Реально. Андрей Нойлс уйдет проигравшим? Андрей Нойлс уйдет с высоко поднятой головой. Проигравшим. С высоко поднятой головой. Тогда мы прощаемся с тобой, Андрюх. Спасибо за участие. Ну, пока. Да, могу. Давай, что-то. Крути. Поехали. Итак. Дорогая. Да ты же по кругу прошлась, как-то мне, знаешь, это. Да нет, ну нет, это видно. Я бы не простила. Я уже отодвинулся, чтобы вам было легче. Я даже не знаю, что делать. Давайте задание. Встань в круг на четвереньки, и пусть каждый участник ударит тебя по жопе. А можно бить зубой силой? К нам будет вообще не придут пиздить нас. Блин! Андрюша, ты вернулся? Можно я вернусь, пожалуйста, на этот раунд? Хорошо, 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 давай, на один раунд. Кого нужно ударить по попе? Вы же участники, вы типа поддержка. Да! Давайте все вместе ударим ее по заднице! О, Господи, по попе. Ну, давай на четвереньки. Хочется, потому что меня девушка моя убьет. Все, давайте, ребят, по очереди быстро. Все, давай. Раз, давайте, два, дальше, три, дальше, четыре, дальше. Давайте, раз, два, три. Ну, сука!
Это было хорошо. Ребят, мы сейчас играем последний кон, и если никто из вас не выбывает, то уже подписчики выберут, кто победил. Победил. Да, погнали. Так что, поехали. Крути, крути. Почему я? Ну что, поцелуй задание. Давайте наказание попробуем. Молодец. Ты, блядь, вот это джентльмен. Попроси любого участника сделать тебе засос в течение 15 секунд. Кто-нибудь. Пускай она засос на памяти ставит. Да. Не засосали на засос на шее. Давай. Месте. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 1. Нет, 15. Ну ладно, сойдет, и так нормально. Красиво. Давай, крути. Слушай, это какое-то везение. Целуешься? Да. Погнали. А давай. Давай, 3, 4. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ну, в общем-то, ладно. Нет, все, 10 секунд не получилось, он вылетает. 10 секунд поцелуя не было, ты вылетаешь. О, Господи. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Кажется, давайте. Мне кажется, я тоже покраснела, да? Только не заденьте, только не заденьте. Покраснела, ничего себе. Ну как? Че, ребята, опять прилетел. Пусть это строим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10! Спасти капец! Молодцы! Представляете, каким домой я просто приехал. Ну что, крути? Я последний? Да, ты последний. Бля, правда, все губы сухие. А можно я прям сильно закручу? Давай. Прям вот. Он последний? Да, он последний. А это круче, она двигается на... Что? Ну, я выберу задание, чтобы красиво завершить выпуск. Давай, что там? Позвони человеку, которого назовет ведущая, и признайся ему в любви. Без проблем. Давай свой телефон. Мы выберем контакт. Вот он. Выбирай. Итак, мать, звони маме. Спасибо. На громкой связи. Все, уже звони, признавайся маме в любви. Хорошо, ладно. Это должно быть... сказать ей, что я нашел? Нет, нельзя, просто... Все, тогда все тихо. Алло. Мам, привет, слушай, я хотел тебе кое-что сказать. Ну, не подумай, типа, все хорошо. Вот. Просто очень хотел тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю, ценю и очень тебе благодарен, в принципе, за то, что ты меня родила, за то, что ты меня воспитала, вот, за то, что ты всегда была рядом. Вот. Нет, просто, ну, типа, я просто позвонил тебе поблагодарить. Сказать, как сильно тебя люблю. Вот. Да, я себя берегу. Вот. Да, все. Я тебя еще раз очень сильно люблю. Все, давай, потом позвоню. Ну что же, это было прекрасное завершение выпуска. Ребята, просто милое, потрясающее. И мы надеемся с Лианой и со всеми ребятами, которые остались, что, во-первых, вы решите ниже в комментариях, кто же все-таки победитель. У вас 5 кандидатов. Вам нужно решить, кто попадет потом в суперфинал. Ну и спасибо вам огромное за просмотр. С вами была Карина, Лиана, прекрасные участники. И ставим лайки, подписываемся. Всем пока! Победитель этого выпуска проходит в суперфинал. Это выпуск шоу, в котором будут сниматься только победители и бороться за денежный приз. Если в финале останутся несколько участников, то именно вы, зрители, будете решать, кого мы увидим в суперфинале. Вы можете прямо сейчас повлиять на судьбу участников и определить, кто из них был самым ярким и смелым. Голосуйте внизу в закрепленном комментарии. В следующем выпуске мы узнаем, кто из ребят проходит суперфинал и получит возможность побороться за денежный приз. Удачи!